станьте гневом небес и позбивайте им косты четырем этим. Все, можно кинуть мне диван, я поставлю шкаф сейчас. Не надо. Ваня, над тобой встречаемся. С Ирсея чуть-чуть справа встречаемся. Ну чё у Дестрика вообще там? Пока жук испепеления, там две кнопки жать. В Дестрике почему-то в ПВЕ не дамажит. Он Норбит последний раз тестер. Он 16к дал фуловым Дестриком, в то время как Африкам он 21 давал. Ну, не, я не имею знаю. В виду в ПВП. Может, от непривычки. Не знаю, как там ДПС. Нет, Дестрики, они действительно мало дамажат в ПВЕ, и это после фикса хосты. Когда в хосту еще не пофиксили, был у нас один Дестрик 6к. Там он нормально лупашил. Не помню, 15. Сколько Млис издавал вагоном своим? Ну, он 12 давал на гнилом и тухлом, короче. Я помню. Ну, у него 6, у него 5,3 было тогда ГС. Там, короче, испепеление вот это в секунду оставалось. Ну, он его тупо по КД просто лупашил. Ну, недавно Дестрик находил 25 геров с пугами. 16 дал, 6,1. Не, я ты будешь 6,5, ты также 16, короче, дашь. Понял? Нет. Чё они в ПВП делают? Они стан кидают, ожог вешают, и все, и тупо лупашат. Там замедляют, да, у них нормально там станы вроде есть. Там стрела, которая, короче, абсорб против нее не работает. Она кастуется долго, Так что смотри, с кем ты играть будешь, если у тебя есть какой-нибудь сил, который тебя будет диспелить туда. А старый соленого на БГ локи особо не врываются. Ну, с ГОшник этот демон нормально ебашит на БГ. Ну, я имею в виду, допустим, какой-нибудь ДК прожмет ТМС-ку и забирает локи просто за 5 секунд. И все его фиры уходят. Давайте, сейчас рост. После следующих. Да не надо нам следующий, давайте сейчас хильте. После следующих у босса будет 90% хп. Давай Void Gin и духа кидай. Силы возвращаются ко мне. Герои еще немного. А че у Лока там есть что-то, ну что диспелить нельзя, да? Как у Элема, типа вот огонь, если его диспелишь, там вообще быстро кастует, типа. У Африка нестабильное колдовство, оно там урон наносит, если ты его диспелишь. Замедляет. А, у Электрика ничего такого нет, да? Нет. Блять, не могу их убить просто на БГ за ШП. Вообще сложно как-то Лока убить за ШП. Лок — это класс, у которого нет дефов практически. У меня там только 5 дефов, и ты камень, жратву и все. Да они так само с меня сосут ХП, так как и у меня, блять, я хилюсь, понимаешь? Ну, а ты же не можешь в бою, вот бежишь ты такой и попал на Лока, ты же не оденешь фул ПВЕ, да? Уже же бой идет. Да, если ты начнешь на эльф, то, конечно, не оденешь. Если ДК я еще как-то, ну, с вот этой ниткой, тканью, сетью, легко еще как-то убивать, но только ровно ДК не сделать. И то. То тут сложно. С Локом вообще. На самом деле Лок живет, пока живая лоза. Почему у босса 100% он не захиливается? Там не хватает чуть-чуть. Я здесь сдох. Он нам их
алкоголика без штаники. Оставайся, Войд, оставайся в этом. В своем. Стиль. Сапоги на танка нужно кому-то на ОФ? Дайте ролл. Ну, ты ж пойду по АФКшу. Да ну, ой, Слав, Вань, да ты ж всегда АФКшишь, что хоть трэш, хоть не трэш. Ну, чё, не всегда. КДРЛ особо не по АФКшишь. Пару минут за чаем. Тоже кофеёк пока поставлю. Пока трэш. Давайте все уйдём. Пока, короче, пока только восьмерых насчитал. Кто там ещё? Ну это те, кто предупредили, 8 человек уже уходит. Поставь тогда каждый сам за себя. Нет уже в рекаунте абсурба, да? В какой-то версии есть, спроси у Гуделка, где ее скачать, он знает. Я прям скинуть могу. А дом всех персов удаляет, короче. Не персов, шмот. А, шмот удаляем. Самое обидное, короче, что даже сумки, блядь, понимаешь? Ты, вот ты которые... камней нафармил, Виталь, камней нафармил? Да, дальше шкаф суманем этого кекиса. Все, сейчас шкаф и ПКД могу лучше. Да, классный был, они тогда греют. Кикис, прими сумон, Кикис. Рома, сними ГП, дай шуруп. Демон, да. Как это делать? Ты же Властелин колец, бля. А есть химии, ребята? Нет, ну Ваня ушел, я в совет. Войд без маны. Экстрим не хилит, я вижу, тоже пока что. Не отходи, пожалуйста, отходи. Виталик кастует самоубийственный огонь. О, красава, бэчворда. Мою шею за нидом. Давай, кидай. Да. ДК, посмотрите, пожалуйста, сколько я бафаю СПД. Ты вот варам не доверяешь? Нет. А кто у нас вары? Ноунеймы какие-то. Я из ДК, из этих только Макгрегора знаю. Ну и то потому, что по телеку про него слышу. МС Грегор. Как диджей какой-то, да? Бакси. ДК, включите, пожалуйста, магию и посмотрите доп. Урон свой. Это а будет точно баф боится, моего пэта. Сколько он будет? Нормально. Ну там-то ты меньше даешь, у него минус изначально будет поступать. ДК, притяните, пожалуйста, к нам в рейд кружок. Красавцы. О, СРС, я тоже машину. Ребят, вы такие молодцы. Вот. Аве, ты тоже молодец. Дайте трейд звездочки, если хотите. Чтобы я не начислял ГП вам сейчас. Заржал с Ракшазы. Ракшаз, там БДК еще забрал, короче, шмотку. Понял, хочешь я ГП и начислю за тебя?
сколько хочешь. Спасибо за боб, звездопад, когда, короче. Ну, мне дай, кидай, помешал бы. Мне там уже нечего терять, Ромчик, можешь еще накинуть. Буду кайдаланик с Виталий кинуть. Я этому уроду кинул боб. Спасибо, Колян. Извини. Спасибо. Смотри, там нидеры появились. Надеется на этот, на пятик. Ты чё, ни разу не видел, чтобы с этих дракончиков эпик падал. Когда его не фиксили, он падал постоянно. Ну не, давно понятно, давно падал, а сейчас-то... Новая тактика, дыханием дрейф танчить. Только синдру так не танчи, пожалуйста. Почему? У тебя как у Джерриона какие-то проблемы с женщинами научились? А, начались. Научились, проблем? 39. 1000 гп, если не слетит. Не, ну при чем с женщиной, если бы она была... не женщиной, а я бы все равно сделал бы замечание, как бы. Что, сексист? Это кто на саксофоне играет? И сейчас она сказала, сам танчи, блять, и сейчас меня убьют. Еще один дебил, блять, кто у нас нахуй хочет играть. А вы ты заберешь на себя дракона этого, потому что его кот срывает, и я близко по игру. Ну на пул на Войда тогда. Мастерство надо. Ты даже антифирси не кинул, чтобы сразу диспелить фир. Ты такой скиллованный тип. Думаешь, у него на панели есть, блядь, или он знает, где этот скилл еще? Кому-то не повезло. Ну, Ваня, Ваня, АФК все время. Зачем вы сюда явились? Бля, у нас же еще кровь, да? Дайте мамонта, Тань. В смысле? Ну, сейчас я тут заберу свой талисман, наконец, а там заберу катушку, потому что у меня кель зачарен в сумке. И все четко. Ваня, ты здесь, Варенька? Вставай, пожалуйста. Блин, ну как вот ходить в рейды с человеком, который все время АФК? Бибоп пишет, он в ДЦ, мне что, в ШП тогда? Не, не надо, Бибоп в ШП, чтобы у нас ДПС был хороший, а Войд в хиле пусть остается. Мы захилим и так. Надо было как бы мотивировать, там, типа вибоп в ШП, чтоб ДПС хороший, и войд в хиле, чтоб что, чтоб не мешал, блять, или что? Типа, о, ништяк, теперь я врываюсь по ПРО. Пошли на кров, пошли, блять, нахуй там это синдром, блять. А это на шею, что ли? На что врываешься? На шею, на шею. Лего, сними ГП с него сейчас, блядь, либо нет, гильда распадется еще. Че распадется? Ну будет пугом выводить нас. Просто он. Мы по ЕП, он по ролу. Там бафы можно обновить, там крестики, типа, короче, если кто там спит. Там по 2 минуты осталось. Можно я пока тогда на минутку отойду? Ну, только там на цена, минуту. Конечно, я на 9. Там цена 100 гп, как бы, я бы не отходил. Я на минутку отошла, на минуточку. Рядом, ладно. Просто крикните, я услышу. Алина. Чё? А как у тебя собаку зовут? Я тебя не слышу, что ты сказал. Как у тебя собаку зовут?
Собаку, Нет, Виталька. Не, ну я серьезно, мне интересно. Ебать, она стесняется сказать, потому что собаку СРС зовут, мне кажется. Слышно, то, что ты шуршишь, я тебя не слышу, что ты говоришь. Виталька у меня собака. Там, Рома, риснешь? Я не успела отойти, я насек. Пошел слух, что ты гомосек, короче, и во время своего ФК с парнем сидишь постоянно, короче. Не, мы сейчас не шутим. Как вы это узнали? Мы тебе 100 ГП начислили за АФК, теперь я врываюсь на колее. Ладно. Спасибо, брат. Давайте фулбафт. Ваня, куда идем? До ступора или там до менш куда-то? Или в альянс переходим, как все гомосеки, блядь? Там же все гомосеки, в кнуты пойдем. Нет, там пидорасы, а это хуже. Там совсем пидорасы. Чек на пол. Виталий, кстати, с воином в эту гильдию из кнутов пришли. Ну, чтобы вы понимали, вдвоем. Ну что? Дайте пристабав интеллект. Ну, чтобы ты понимал, я в ней был еще до адептов. Лайф, ты тут? Ну, ты тогда проверил же, потом снова в это же болото нырнул, да? Не, тогда распались, тогда РЛ большой аф был. Он меня брал гильдию. А потом сейчас уже этот свят какой-то выглядел. Я его не знаю, поэтому все сложно. Серсея, Алина, ты здесь? У нас 5 хилов. Если кто-то нахлопает больше, чем я начислю вам ГП. Если мы вайпнемся, всем, кто умрет, тоже будет ГП, короче. Будьте внимательны, РДД вообще даже на первой фазе не хлопайте, нам хватит ДПС. Сейчас Алина приходит, мы сразу начинаем. Если на 4 хилах будет магия, я скажу, что делать. Больше, короче, ничего вам знать не надо. Все остальное секрет. Дайте пристабав Фукасаку. Тут он. Виталик, что не так? Вендетта, Редстоун. Алина, ну скажи, как тебе собака зовут? Все готовы, спускаем босса, захиливаем. Раджик? Раджик? Танки фрошмот надели, танки фрошмот. Да, пристабав, точно. Пристабав. Нету пристабав. Танки фрошмот. Три хила магия, 2 хила хилят, на всех 0 стак. Виталик 5, Виталик 6. Пусть Джей будет первым по хлопкам, но я по себе соточку получит, я тогда обратно на шею буду врываться. Я на преступление. Беги, малышка, беги! Ой, блин, сейчас умру, сука. Бенчформер, ты копишь стаки, ты уже первый по хлопкам. Так я отхожу и хлопаю с троих. Ну только что, короче, ты на 23 тысячи хлопнул. И кто не копит? Ну так это был один стак. 4 хила магии, никто не копите. На мне метка, короче, называйте. Ваня, называй, куда падает. Пейте с хлеба, точно, без доз. Смотрим, вот падает. С правой стороны далеко. Если у склепа 200 тысяч, стоп ДД в него. Стоп слева, справа падает близко. Вот это, за которым прячемся, не бейте. Бейте центральные, бейте левые, бейте. И правый бейте. Там же падает. По кружку стоп ДД. Бейте самые... Все, стоп, по склепам слева, справа падает последняя. Давайте без гимнов разбиваем, разбиваем, потому что это бомба. Это нормально, без гимнов. Все нормально с хилами, никто ничего не копит. Виталий 5, так, Виталий 6, так. Че ты не комментируешь? Ну я не могу сейчас смотреть, на меня нет магии. Притяжка босса. Тут, кстати, на сапогах можно было улететь, Виталий. А я бы в портал вернулся все равно. Я сейчас в лоб пошел, парень, да просто так. Чувствуете,
Все нормально с хилами, никто ничего не копит. Хилы тоже не копите. Раньше было хорошо, вдруг в мишку прыгнул, чё в кота там, и нормально все. Ты успевал это сделать? Я успевал все время, я считал, смотрел на таймер и всегда делал. Всегда без магии был на синдре. Там же таймеры работают нормально. Метки вниз, набираем рейндж друг от друга. Все буду называть. Кружочек не бьем, вообще не бьем. Не обновляйте доты в кружочек. Падает слева близко. Да. Еще раз, там же падает, там же падает. Центральные три склепа, стоп ДД. Бьем два левых склепа, один левый бьем. В центре падает, между склепами. В центре между склепами, сова. Сова, поднимешь кота. Справа близко падает. Стоп ДД по склепам. Стоп ДД по всем склепам. Разбиваем. Сова, поднимешь кота, кот Макгрегора. С хилами все нормально, не копим стаки, никто бафы коту. Захиливайте его. Сразу реса и ДК, и ДК бафы. ДК встает за хил. Хорошо. Метку несем под босса. Первую метку несем под босса. Мелизона уходим по моей команде. Шурупец под босса, милики вышли. Вышли Мелизона. Никто ничего не копит, не хлопает. Разбиваем фулл ДД в склеп, танки сразу меняйтесь. Все хорошо с магией, два шамана держат рейд, метка под босса. Певчий под босса, мили-зона вышли. Склеп не бить, не бьем его. Стоим, стоимся. Беги, малышка, беги! Не бьем склеп, не бейте его. Все, бейте склеп, давайте фулл ДД в склеп. У Касаку под босса, певчий, милики убежали, быстрее. Разбиваем склеп. Ваня, выходишь из склепа, даешь рост. Все нормально, два ирдру держат, рейд, никто ничего не копит, не хлопает. Войд хил под босса. Под босса, милики ушли. Шаманы не копите, никто не копит, бейте склеп. Шурупец в сторону, шурупец в сторону, в сторону, в сторону. Милики, бьем босса. РДД в склеп, РДД в склеп, милики босс. Метка под босса, Дарксайд под босса, Мелизона вышли. Хильте протокол. Мы все умрем. Беги, малышка, беги! Войд хил под босса. Ну давай в сторону, только сторону, дай сторону. Себе гимн. Дай себе этот щит какое-то говно, короче, вот это. Понятно. Блять, бреди, ты не хлопаете. Это просто, ну да. Лут, 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 лут. Там клык упал. Блять, красавчик. Зачем ты туда лезешь в лут, в этот бибок? А чё ты мне клык отдашь, да? Конечно. Спасибо. Я отойду пока. Там на трэш. Ну а не нужен там на контраш. Про товаром тоже не нужен. Почему эти понты, Рома? Рольте клык. На мейн нужен кому-то клык? На офф рольте клык. Надо клык по-любому, Ром. Какой, блядь, Макгрегор? Ну, это это. Передай Макгрегору, Бибоп, подойди к певчему, забери. Рольте токен, не знаю какой. Токен защитника рольте. Ой. Токен защитника никому не нужен?
Ничего нужен, не успел. Нужен. Ты будешь забирать его, Алин? Да. У меня мало маны. У кого? У Певча, подожди, там шурупец. Ну ты будешь шурупец, ты ролишь его? Это ж не по ролу, а по ЕПГП ты врываешься. Тогда шурупцу отдай только. У Певчего, шмотки у Певчего. Рискат и Редстоун, вставайте. Еще раз. Ну, он стоит на лестнице на Синдре. Макгрегор пишет, я будущий танк. Убеждает Бибопа отдать ему шмотку. Да он, не, ну, да он сролит еще, ну, Макгрег, ну, что ты заберешь еще? Когда Лок еще может забрать клык себе, блядь? Да, всегда. Пошли сюда. Епа. Давайте на совет рискаты мутант, спекайтесь с танков. Я за чайком. Не, да ну, ты же уже ходила. Реально. Я не успела. Это не шутки, мне реально на Лока нужен клык. Блять, у меня уже совесть уже начала сжиматься от чека. Я такой думаю, может надо реально отдать человеку. Я такой смотрю, блядь. Пят Лок. Это хочешь пахать это вот в демоне, что там, ХП, да? Да, 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 да. Ваня, хиль, иди хиль трэш, Ваня, а то я тебе верну 100 ХП твои. Я давайте, хочу, танки, но... начинайте. Ну, хочу это делать, прям, намерен. И не ты буду... еще дух собираешь. Вы забрали? Ты отдал им шмотки, Олег? В смысле, то же самое. Ты понимаешь, что это три не Ваня? Это же, не, это же не шмот. Шмот-то понятно, мне танковки не нужен, а триня. Блин, вы будете забирать шмот? Ой, шмот, трэш. Иди, ты забрал клык, иди, блядь, агрин. А зачем тебе клык, Виталя? Походу, блядь. Дайте в косак Уинеры. Слав, дай им. Ладно, ребят, всем пока, удачи. Сорян, что вот так вот хожу как гей. Давай. А это все Лох виноват, шмотку не отдал. Тип 6 или 7 раз мне написал личку, типа, извини, такого больше не повторится. Просто правда, надо сегодня уйти, брат, прости, Игорь. Я ответственный, мазафага. Да мы тоже такие, Игорь, а потом... Ладно, у косак у нас самый ответственный тип Фредди, короче. Это мой клык уходишь, да? Ну просто меня сейчас будут суммонить на ивент локов, как бы, и я без клыка, ну, не выиграю. Так он уже идет. Ну так мой бой следующий, там, через один. Маги, вставайте, пожалуйста. Стойте внизу, зачем вы все туда побежали? Подождите, дайте ману рисовать. Стойте внизу, братья. Контролим? Сейчас, мана. Ну, если успеешь проконтролить, контроль. А так у нас 4 танка, если они как натуралы сагрят, короче, трэш будет держать. А кто натурал? Ну... Не ты, это точно. Авва, наверное. Я не люблю ничего контролить. Ты умеешь? Нет. А ну, за контроль вот кого-то. А меня за контроль. Привет. Не, на приставку мне участвовать. Но локовка нет. Сейчас какой локов? Виталик, у тебя ж много практики уже за приста, ты ж хорошо научился играть. Немножко. Хочешь, я зайду на ШП, я правда не дуэлился, наверное, года 3 уже. И мы подуэлимся с тобой на голду. На хочешь, там... заходи. Ну, тысяч.
ставлю на то, что вас Войт размажет. Блин, да ну про товар. Я не знаю, какой класс, просто можешь сейчас про товары убить. А что с ним не так? Ну и он, я не знаю, бьет по 5000, короче, и сам по себе еще не убиваем. А, подскажите, вот у меня 360 бонусов, что я такое хорошее могу купить? Ник сменить. Медведя этого. А сколько уровней стоит? У меня твинк 70 уровня, сколько там подъем уровня есть? 25 рублей один левел. Это если на 70-м. То есть я могу с 70-го до 80-го за 200 бонусов докачаться, да? Ну, до 79-го. А чё, бонусы можно с Аканак переносить? 30 пишет Вендетта. Да не знаю, с 70 уровня самая лафа начинается качать. Ты хочешь там прокачаться, там Новый год, потом RX3, RX5 будет, что-то такое. Может, то есть ты мне предлагаешь новогоднюю ночь? Так не, вот там да, не один день, там... Спускайтесь перебудь вниз, пожалуйста, и агрите моба в танке. Зачем вы там стали? Не, Хантом, вот, кстати, наверное, реальнее всего про товар. Ваня, ты круто спустился вниз, просто красавец. Ты хил. Хил тебя сейчас умрет. Сейчас будет вайп на трэш, потому что Серсей АФК. Ты встал с тела, поэтому я тебя не могу... Я тебя не могу буэрнуть, мать, ты молодец, вы максимально логичные игроки все. Нормально, Арина ж там. Все, я тут, а просто пока Ванька хилил, я АФК. Алина вышла с АФК и цепуху кастует на трэш. Для чего? Да. Хочу еще кастовать. Знаю, тут с цепухой кастую. Это дядя нас учил. Цепуха и все. А эти танки дохнут, это танки. Танка. Да, в танках. Пацаны, чайник это круто, отвечаю. Ну, это днем чай можно сделать, я согласен. Пуэр. Чайка захотел. Может, сейчас отойду, как чайка возьму там. Ваня, стой. По секунду чекаю. Ваня, если в ту же секунду не подтверждаешь, то ГП тебе возвращаю. Да тут, я не боюсь. Блин, бедный бак. Дохнет. Секунду не подтвердил, Вань, давай, удачи. Ты мне на портал нажал, пока грузился. Бах предусмотрительный, резко. Просто сразу же всем покрыли, что хуяри. Вы втроем хилите. Тут кольцо на танк. Где брат? Сзади, он ниже ступенек, мог лежит с тотема. Брат, видишь, мы с тобой какие кореша, ты вдоль. На, я тебе заплачу за него. Вот ты дашь 8 голд. После того, как ты попросил озвучивать метки Ваню, они мне как бы, можешь ко мне вообще больше никогда не говорить. Олег, я полностью с тобой согласен. Я тебе даю полные полномочия в этом рейде начислить ему снова 100 ГП и больше меня не трогать. Как бы я тогда на колье буду вырваться, и все вообще будет идеально, если его Нейкис не будет ролить. Ваня, ты понимаешь, в чем претензия Олега? Я вообще на 100% с ним согласен. Даже что, за ГП. Нет, что ты уходишь в АФК, короче, и очень долго в нем. А вот когда человек в твоем рейде уходит в АФК, ты даешь ему ГП. Ну, если никогда не давал АФК. Ребята, я вас перебью, но дайте боб по фурику злой вар. Умоляю вас. Потому что иначе я сдохну от стаков. Ты же за АФК никогда не давал АФК. Давайте фулл баф. Поставьте, пожалуйста, рыбу. Уром. А. Ну, я зашел на приста. Ну, что ты хочешь? У меня рейд ссылка 25 гир витает. У тебя нету вроде что-то? Ну хуй снимет. Дайте баф. Ваня, короче, не дает ГП за АФК, потому что Ване везет, у него не уходит хил на синдре АФКшек, без которого нельзя начинать, короче, синдру. Так, смотри, там 4 хила было, там Вольбу затащил. Линканите ХПС с синдрагосой, пожалуйста. Только линканите 6 человек, чтобы мы ШП видели. Слава, что это за херня?
Че ты за хил? Братишки, ленканите, пожалуйста, хил. О, спасибо большое. Смотрите, певчий ШП. Ой, ты затащил. Ой, блин. Фулбаф Фрискато, пристабаф, обновляйте, жрецы. Пацаны, вот в следующий раз, если я буду за БДК, короче, с меня сорвут агро. Да я просто не танчу, ребят, вы чё? Там больше восстановления нормально по хилу восстановить. Здесь Серсея. Сейчас, сек. Давайте, подходим, запускаем босса. Два ханта на пул Талдорама на Аве, разбойник на пул Келесета. Ой, Келесета, Валанара на Аве. Два ханта, сидите на кинетике, оба бьют кинетику ханты. Если падает, обоим ГП. Талдорам агро. Талдорам агро. Ебать! Сука, хил, блядь! Блядь, чё за лаги? Всё, ага. Давай, лютый, поднимай Дарксайда. А Дарксайд поднимай злого Вара. И пожалуйста, больше не умирайте. Если посмеешься под, на двойдом, убьёшь такой карму. Пошёл нафиг, Войд. Пошёл ты в жопу. Ну. Вихрь, отводи. Беги, малышка, беги! Чаша полна, темная сфера. Точечно бейте, не срывайте сферки. Что за весоны, блин? Все зависают. Ну, на чем ты были? Я главного лунаря. Нахуй постою. Аня, столько косяков. На профиле рейд вайфнул, на синдре задержал. А был уважаемым человеком сегодня. Тихо, отведи. Когда это было? Увы, лаем отошуваем. Это фиаско, братан. Воятель на офспек нужен кому-то? Бля, походу Рома, я заберу твою шею. Забирай, все равно Варенька ж выше меня по ПР. Да, мне нужна шея. Мне вроде. Осколка нету? Пацаны, спекнитесь танка, пожалуйста. Нет, нет, осколка там. Я спекнусь, протовара. Блядь, спасибо, точнее. Есть нормальные пацаны. Ты что, уебался? Залейте ману Фукасаку, я на минутку отойду, наконец-то первый раз зарейд.
Ну я посчитал, короче, первый раз отошел. Нет, это твой шанс ГП ему дать. Влейте маны, ребята. 40 секунд. Ну дайте ТТМчик поставить. Ну потому что мне с босса, у меня на 8 она закончилась. Дайте гильчик. Я на боссе тебя перехилил, по мане не сел. Сейчас еще Ваня ману залить. Так не надо мне школу. Ну, когда ты жрал. Да. Я там поставил кишон. Я попросил маму чай сделать. Все нормально. Хорош. Чтоб ГП не ловить. Да? Ну конечно, сейчас Олег меня напиздит. Не хочу. Видишь, даже почти никто не сдох. Сука, как ты сдох, блядь? Ответь. Он просто указал его. Так вы двух моблов всего станьте. Вот это ты проклял. Слышь, иди отсюда с рейда. Кыш. Окей. Чё, кстати, я сказал Войд, а не Рома. Чё, Квик Синдрей на спек ушел, да? Да ну жесть просто, блин. Появился игрок. Надо отойти лапу собаки помыть. Ой, ты почему грязный домой приходишь? Спуститесь, пожалуйста, вниз. Лайф, спуститесь сюда, хотя бы чтобы... Я зашел сюда, я тут у ворот. Красава. Кому ребаф нужен? Редстоуны ребафники, еще кто умирал? Я. Что-то надо это точнее покупать. Ну, короче, зачем? Ну, роли на него уж писал. А, ты хочешь на двух персов КД повесить? Ты все равно что? Есть куда вешать. Зачем тебе Войд здесь, Антон? Дай хочу шкаф. Так, блин, я не понял. Я хочу с кем-то поспорить. Зовете, что надо, блядь? В смысле поспорить? Что с ним спорить? С ним он Бибоп может поспорить, у него шанс будет. Что надо? Я это и хотел на 200 голд. Я ставил на Олега. Чего тебе надо, блядь? Виталик, да, дай, пожалуйста, мне шкаф. Коля, ты здесь? Чё, хилить, что ли, надо? Всё, зайду. Слава, не надо хилить, брат. У тебя всё хорошо, ты ШП. Да-да. Щука пытается унизить тебя мне в личку. Что ты на это ответишь? А ты до этого хилил? То есть это был прям хил? Да иди в жопу. А вы не понимаете, что он реально, вот он грузится, расстраивается, он сейчас гайды изучает, как что исправить мне, ребята. Вы его стебете, он опять удалит персо. Вы можете как-то терпимо к людям относиться? Да какие, блядь, гайды? Он их читал, он бы хилил, понимаешь? Он же не... Давай, подтверждай чек. Рискат, ты тут? Телек, дайте, вай. Бля, Рома, а ты что, не понял, что ли? Гудалк Кикус. Этого и добивается. Кикус, дай интеллект, второй мак АФК. Кикус, дай интеллект. Да. Почему ладно, у тебя их нет?
Весь рейд ставят Дживса, ты весь рейд не можешь купить регов. Дайте Дживса, есть Дживс у кого-то? 50 минут, когда осталось. Кому пускай раздел ставит. Вон, Дживс, пожалуйста. На почта. Да, тут их даже два. Тот ГП. Только ману мне обязательно заливайте, пожалуйста. Она разбежалась. Я вон Ваня буду заливать. Виталик. Начинайте, если что, сзади Redstone сидит, пак так к тиму несем. Танки, поехали. Вот негодяй. Агро, агро. Блин, ты шо за лай? Мам, нет тотема скорости, короче. Посмотри, пожалуйста, Алина, ты один шаман остался. Есть тотем. Стоят все тотемчики. Ой, ты сырка, короче. Заходи в Дискорд. Он не жрет оперативу, слышишь? Смотри, пацаны, два милика бедные. На лайф опадки на двух миликов. Копейки! Зашипал мне речь. Ру. По гайду, блять. Лав, что случилось, брат? Может, тебе какие-то советы нужны и тактику подсказать? Это надо было лужу не на одном месте держать, а типа нести ее надо было куда-то, понял? Да я знаю, просто вода. Ты вообще не двигался, ты выбежал к краю и встал, да короче. Я, вижу, я сейчас вижу теперь, что вот кот тут побежал рядом. Мне кажется, ты нас обманываешь, ты просто выбежал, хотел точку нажать, но забыл, где она у тебя на панели и умер. Признайся. Она у меня на капсе. Ты расстроенный такой, Славик, что случилось? Я болел. Выздоравливай, дружище. Ну как, что случилось? Хи говно, ДД говно просто, ну смысл, блядь, жить нахуй. Для тебя на сурке вылезло все, блядь, молчи. У Виталика на сырке обоссал вой. Масса была какая-то, бля, вот планета. Виталик, у тебя голос задрожал, а ты плачешь? Не, я держусь, конечно. Пытаюсь. Без роста бьем, Алина, не давай рост. Ну там вроде тухлопус все показал, все расставил на свои места. Тебе он показал, бля, сбегитесь. Пак. Танк гей. Какой рост? Без роста. Че, давали к мне в пятницу? Каких валик? Ну, наличие. Наверное. А почему заржал кощуганием? Потому что я шутник от бога. Страдайте же! Такой же, как так, и сейчас тебя зальем, тебя зальем, тебя иди сюда. Пилер. Меня не успел залить, слышь, что? Все, проебал, короче. Дай ему ГП. Ваня колье не упадет, кстати. Сейчас колье будет смотреть. Страдайте же! А, подвесочка. Посох. Подвеска. Ну, подвесочка тоже хорошо. Че упало? Посох, бля. Тебя как залез.
Ну вы там помыли лапы друг другу, Войд. Че, Рамдога выдумывал шутку? Токен защитника Рольки. Ебать, ты долго терпел его, да? Не, ну я ждал, лайф от АФКшит или нет. А кто из вас предыдущий токен забрал, ребят? Он не ролит сейчас. Кто? Редискин выше. И тыкните на шкаф, пожалуйста. Дайте сумон, а то у меня хп мало, я боюсь не спрыгнуть. Так ты взмахни крыльями. А вот этот сундук залечем, вот он открывается только если 50 попыток, типа из 50? Да. Я слышал, ну если 50 попыток, типа, там из него валится ШМ, короче. ХПС нормальный. ДПС. Интересно, как, ну, как жить, если понимать, что ты хилишь на уровне Трини, да? Триня, в принципе, хилит так же, как и ты, блядь. Какая Триня? Ну, чешка. Она нахиливает, как и ты. Я чешку не нашел. То есть ты хочешь сказать, у меня в два раза... Пойду больше. Быстренько псу водички налью. У вас, мне кажется, у вас общая собака с лайфом. И распределенные обязанности или что? Да не, ну короче, скоро приду. Просто нехорошие хозяева. К чему придумывать отмазку псу водички налью, блядь? Просто нехорошая пара. Дайте, пожалуйста, фулл баф, обновите фласки. БДК разворачивай лича боком после каждой ловушки, чтобы она на тебя не кинулась. Первых валик мы бьем, вторых не бьем, только выборочно. Третьих бьем. Четвертых, скажу по обстоятельствам, 3 ШП бьют шары, по иннерам лютый макс в середине первой фазы иннер Серсей, дарксайд, иннер Серсей на первой переходке, и дальше по КД кидайте Серсей и иннеры. 4 хила бьем, Алина, ты рост будешь давать, если что, когда мы... А, Алина нет. Коля, каску мне, пожалуйста. Есть каска. По станам первую вальку. Кружок станет нервный бал. Вторую валю ромбик нейкист. Третью валю трусы милая киска. Точняка стан на подстраховке. На первой переходке кто гейм читает? Ну там определимся, чё. Вон, да, у нас два иннера одному шаману летят. Дайте, пожалуйста, эрдру крест. Виталик СС на... Ты точняк диспелит, Виталик СС на БДК на первой переходке. Блин, нафига. Лучше я, потому что если залагаю, то сдохнет. Я не знаю, вроде отпустила, но... Ну тогда с Серсея ты диспелишь, а ты танков держишь. Редстоун, Серсея и Рискат. Не хочу. Ну в смысле, вы в два хила в рейде, из вас кто-то будет диспелить? Хуели, точняк, блядь. Точняк, ты диспелишь, короче. Рискат, ты... Если залагаю, сдохну, то не вините, если что. Ну ты не залагивай на чеме. Ты заебал чек. Они не подтверждают, короче, готовность. Рискат и кис. Кис. Кис МС. Виталик. Виталик. Ой, тут. Я запустил, повесил на себя звездочку. Неужели... Слушайте внимательно, если приоритетные вали будут, в каких бить в первую очередь. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость. Пожалуйста, РДД в звезду, милики от босса, отойдите. Быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Да, кстати, мы бы вдвоем, втроем выхилили. И будешь молить о пощаде. Злой вар. Как там запустить? Злой вар и вендетта. Запустил, Виталик, 20 секунд до боя. Отойдите от лича, злой вар. Послужат доказательством моей безграничной мощи. Сейчас смотри с разворотом. Да будет так!
Герои, в атаку! 2 секунды до пула, приготовились. Лови босса вовремя. Милли-зона, протопал, ловушка. В ледяном склепе ловушка. Все в звездочку, проходите в звездочку, рейд чума сейчас будет. Разбойник чума. Диспельте сами. Ксерсея, диспел чуму. Милли-зона, ловушка. Милики, ловушка. Милики, ловушка. Ксерсея, диспель, короче, чуму до конца фазы ты. Ладно. Спасибо, что у меня получилось тебя уговорить. РДД, ловушка. Лютый Макс, поднимай рогу. Сейчас поднимай. Чуму несем. Бенчворкер, чума. Диспел. Рогу захил, баф и роги. Милизона, ловушка. Милики, ловушка. Милики, ловушка. РДД, ловушка, сейчас будет чума. Альфари, чума. Джейк. Я уже не побегу, я включал там проценты. Милики, ловушка. Милизона, ловушка. Милизона, ловушка. Проводи дальше, 71. Сейчас ловушка и уходим на край. Ловушка, милики, все на край убежали. Бежим на край. Протопал, уходи, пробуем чуму вынести. Да не будет чумы. ШП, бьем шары. Наберите рейндж, пожалуйста, РДД друг от друга. Чего вы так стали в одну кучу? Дайте гим. Лют, заливайте ей двоинера, Войд, щит себе и гим на ману, Войд. Чуть-чуть справа, отличав звезду, становимся, надеюсь, на 2 скиллованных катка и на скиллованные точечные станы. Шарик добиваем и вправо от босса. Шар все бьем. Все в звезду стали. Давайте рост. Рост, Алин. Где маг? Он упал вниз, он не побежал. Первую бьем. Ваня, стань кружок. Ваня, ромбик стань, ромбик. Все три вали бьем, РДД и хилы вышли из-под валькир. РДД и хилы из-под валькир вышли. Беги, малышка, беги! Добиваем трусы, все в трусы играем. В трусы. Давайте, в босса все РДД по краю остались. Все РДД по краю стоим. РДД стоим по краю. Хилы в центре, милики в центре, по моей команде к трону Милизана. На счет 3 милики к трону. 1. Бьем босса все. 2. 3. Ушли милизона к трону. Валик не бьем. Все в босса играем. В босса. Кружок в центре. Все в кружок в центре. Трусы, трусы. Забили на кружок. В трусы играем. Только в трусы. Да можете и кружок слить как бы, блядь. Ну пытаемся и кружок, но трусы убили в первую очередь. Давайте в кружок пробуем. Добиваем кружок. Нет! РДД и хилы по рейнджу. Милики в подбосса. По моей команде милики к трону. 1, 2, 3. Милизона к трону. Вышли из лужи. Все в звезду. В звезду стали кучно.
Скопили звезду, сейчас вали будут, станы валькиром и бьем их все. Первую бьем, вторую бьем. Все три вали какую-то застаньте. Ваня, застань какую-то. Вышли из-под валькир хилы. РДД из-под валькир, все три бьем. Лужа. Осквернение 1 секунда. Кружок трусы добиваем, ромбик забили, все хорошо. Забили на ромбик, бьем босса. Как много процентов, а что такое? Короче, станы валим, слушаем, 1-2 разобьем, 3-ю не будем. Слушаем, как убить. Все в звезду стали. В звезду сбежались. И сразу рейндж набираем. Первую бьем. Кружочек и ромбик бьем. Кружочек и ромбик, трусы отпускаем. Кружочек приоритет. Давайте ромбик еще. Все, короче, значит, босса хантов потеряли. Переводим босса. Данила. Осквернение 2 секунды и на край уходим. Лужа и на край. Станы валим. Ух, елки, еще валь. Да ну это... О, понятно. Ой, сука. Кто разбил? Да и дело не в этом. Давайте, короче, вы втроем лучше подходите. Доспитайте. Говно какое-то, не ДПС. Да там я просто улетел. Почему Дарксайд фуловым котом так мало дамажит? Ты еще на сурке посмотрел, там 12-ха была. Теперь тут почти последнее место. Я 14600 дал вчера котом. Сколько у тебя код ГС будет? Фуловый. Ебать, вот. Сейчас бы за кота давать 6-4, 14к ДПС. Сейчас бы за холи плеста шипы не обогнать. Ну, спроси у Джерриона нахуй, как играть за кота, он тебе расскажет, что ты на... За плеста хилить, как еще, как играть за мага, как играть за вара и за всех остальных классов. Суманите ханта, пожалуйста, а то я в ней... Ванька, Варенька, ты тут? Виталик, вставай, пожалуйста, и ставь шкаф. Виталик. Ромка, могу зайти, если что. Хорошо, она. Бафайтесь, подождите.